По информации наших источников в правоохранительных органах, генералу Александру Никитину продлен срок ареста на 4 месяца – до 27 мая. Напомним, что бывший начальник регионального УМВД в данный момент находится под следствием. По материалам проверок в отношении его возбуждено уголовное дело. Генерала подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве здания административного управления регионального МВД. Следствие продолжается.